вопросом, я был топ-менеджером в разных международных компаниях. То есть там у меня есть опыт, там были даже компании на IPO, лондонской бирже. Сейчас у меня есть несколько бизнесов. Один из них, он им управляют операционно мои партнеры, и он очень успешный. То есть он приносит пассивный доход, очень достойный. Но моя роль в нем, это, что называется, направлять всю организацию и моих партнеров по правильному пути с точки зрения ямы, не ямы, дхармы и так далее. Но операционным управлением процессы контролируют они. И буквально вчера, но они такие, они хорошие люди, они честные люди. У нас очень много построено на честном слове. Я им очень доверяю. У меня не было шанса усомниться в их порядочности. В чем ваш вопрос? В том, что они, в принципе, очень такие плотные материалисты. Они, по большому счету, далеки от духовных вопросов. И, например, вчера в нашем рабочем чате, буквально мы там обменивались мнениями по одному из вопросов, пришло сообщение там на уровне, опять этот дурачок какой-то, дурачок, причем это цитата, да, один из партнеров пишет, опять дурачок какую-то фигню несет. Ну и тут же сообщение удаляется, понятное дело. Мой вопрос, стоит ли мне что-то, я к этому очень с улыбкой отношусь, я не привязан там, к какому-то эго, там, я не обидчив, я улыбнулся и пошел дальше. Мой вопрос, стоит ли мне как-то пытаться изменить, в том числе этих людей, либо мне акцентировать внимание на выходе из этого бизнеса и дальше вести свои проекты? Значит, послушайте меня внимательно. Дело в том, что с каждым человеком нужна определенная система правильных отношений. Если вы пытаетесь человеку, который вообще этого не понимает, он далек от этого, говорить какие-то глубокие ценности, то вы напрягаете этого человека, потому что люди в основном, они вообще не готовы говорить о сокровенных вещах, вообще не готовы. И если вы вдруг... Вот это тема сегодняшней лекции. Если вы вдруг с человеком, который не готов к этому, начинаете, переключаете разговор на сокровенное, и он, естественно, напрягается, потому что сокровенное — это то, что меняет жизнь. Вы привыкли менять свою жизнь, они тупые в этом. Вот. И дальше вы им говорите смело то, что они просто переварить не могут. Они вам ничего не говорят. Но между собой у них начнется диспут, который будет, у них два варианта, или предаться вам по уши, или оскорблять вас. Вот, что делать? Сейчас ситуация пошла неуправляемой. То есть они начали вас оскорблять, это значит, что рано или поздно они полностью разрушат все, что у вас есть. Вина ваша. Вы не развивали их очень аккуратно, постепенно, а вы сразу включали их туда, где у них башка вообще не варит. Вот. Это очень сильная ситуация. То есть бросать бизнес не надо. Но нужно сделать две вещи. Первое. Обещать им, что вы не будете их как бы грузить на духовные темы. И предупредить, что если я узнаю, что кто-то меня назвал дурачком, или еще что-то, то я подарю ему весь мир. По-доброму, без угроз, как бы по-доброму объяснить все. Самое сильное — это когда добрая позиция самая сильная. Но если вы не будете вскрывать ситуацию, и если вы не измените отношения с ними, то тогда произойдет взрыв вашей компании. Этот взрыв, виновником этого взрыва являетесь вы. А что уже произошло сейчас? А сейчас произошло то, что вы предложили этим людям сокровенное. Это значит, что вы открыли им свое сердце. И дальше что произошло? В ваше сердце прилетел смачный плевок. Прямо внутрь вашего сердца. И вы как бы не готовы переваривать плевки в свое сердце, потому что вы сильная личность. Тем более от тех людей, которым вы все дали в жизни. Но вы должны просто принять этот плевок, потому что вы неграмотны в этих вопросах. Вы не понимаете, как правильно с ними себя вести, не понимаете их уровень развития, не понимаете, как их развивать. Вы не понимаете, что Бог вам дал этих людей для того, чтобы вы правильно их развивали, а не для того, чтобы вы развивали их как хотите. Но причина такой ситуации заключается как раз в этой лекции, которую мы сегодня будем читать. Причина заключается в том, что мы все не знаем других людей.
Мы все не знаем их уровень развития и думаем, что они такие же, как мы. А вот здесь наступает засада, и очень серьезная засада. Можно очень сильно пострадать от других людей, если ты глубоко не понимаешь, насколько они глубоки. Особенно в делах. Но развивать людей все равно надо, иначе произойдет то, что происходит у вас сейчас. Это то, о чем я говорил с одним тоже лидером в обществе вчера. Он говорит, куда дальше, вот как бы деньги есть, власть есть, бизнес я могу дальше развивать точно так же, у меня все классно. Чего-то не хватает, он чувствует, чего-то не хватает. Я объяснил, чего не хватает. В какой-то момент деньги становятся сильнее человека. И когда деньги становятся сильнее человека, человек не может уже управлять, ну, руководитель уже не может управлять ситуацией. Деньги становятся сильнее его подчиненных. Это значит, что подчиненных по-любому будет нести. А для того, чтобы их не несло, надо развивать их как личности, а не просто делать профессионалами и кормить их деньгами и властью, чтобы они дышали тебе в пупок и были счастливы от того, что ты их кормишь. Надо просто понять такую вещь, что приходит время, власть и деньги разрушают сознание человека, и он не может управлять ситуацией. Вот, допустим, я не критикую никого, и как бы я просто хочу помочь. Допустим, у нас в стране бывают такие ситуации, что уже начинают со спутников контролировать стройку там какого-нибудь объекта большого, стратегически важного, чтобы там не воровали на нем. Это хорошо, когда есть спутники, как бы, и можно контролировать с помощью спутников все. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что люди не выдерживают вот этой нагрузки власти и денег. Они просто ломаются. И ты хоть там их головы руби. Вот, допустим, как бы бывает у человека предел возможностей. И ты хоть что, хоть он будет думать, он будет знать, что десятка ему светит. И все равно он будет это делать, потому что у него нет сил этого не делать. Поэтому, ну, очень важно, особенно с лидерами общества, работать в этом плане, развивать их нравственность. Но как это делать? Вот в чем вопрос. Это непростая деятельность. Люди, вот, допустим, как у нас, допустим, в Советском Союзе, там партийные собрания, там люди просто сидели и слушали, делали вид, что они, ну, рады, совсем согласны, но это же было не так. Большинство людей, они совсем не втягивали то, что говорят. А кто втягивал, те были единицы, и они были как бы оторваны от всех остальных. Даже в партийном развитии были вот эти косяки, потому что у людей есть разный уровень сознания, и надо на разных уровнях людей поднимать вверх, иначе они не будут всасывать то, что им говорится. По этой причине я ведь не говорю вам какие-то высшие аспекты, там, развитие личности, духовной жизни. Я говорю практично с вами о вашей жизни, о тех вопросах, которые вы можете понять. Но есть такие темы, которые вас сольют просто. Вы потом на следующий, не пойдете на бизнес-семинар, на следующий скажете, я к этому дурачку пойти не хочу. То же самое, произойдет то же самое. Но даже эта лекция может быть вызвать у кого-то такой резонанс. Если он пришел первый раз, он не готов быть, допустим, даже к той платформе, на которой мы общаемся, то он такой человек тогда тоже его рубанет, как бы он почувствует, что что-то не то, какая-то секта скрытая. Не, а потом он в интернет зайдет, блин, так не сильно скрытая, это прямо секта. То есть, если глубоко копать в то, что произошло, вас просто оскорбили как личность, которая много сделала для людей. Вы не можете переварить это оскорбление, а надо его переварить. Продавать бизнес не надо, но надо выявить эпицентр. Вот во всех таких процессах есть эпицентр. Надо аккуратно, как бы, ну, надо по-доброму со всеми поговорить, все как бы, и найти источника, то есть любого оскорбления есть эпицентр. И этому эпицентру подарить весь мир. И все, а дальше все поймут, от чего, почему так произошло. Можно даже и не намекать, а прямо сказать, что, ребята, я виноват, что с вами говорил на те темы, которые, может быть, для вас сложно понимаемые, но вы тоже должны понять, что оскорблять меня не надо. А я так и написал.
Я говорю, я извиняюсь перед кем-то, но такое поведение — это высокомерие и гордыня. И она никогда не приводит личность к успеху. Я просто хочу пояснить, что дело о продаже бизнеса, идея, она родилась не после этого, это был план изначально. Просто сейчас мы к нему так или иначе все равно приходили. То есть это не какое-то решение. Хорошо, вы можете продать, но потом вам надо тогда делать следующее, я вам рекомендую. Вы если берете человека, допустим, на работу, вы можете ему дать послушать мои лекции. Сейчас я так и делаю, у меня другая команда совершенно. Все тогда, если человек воспринимает, он начинает рассуждать, он говорит, вы вроде правильно говорите, но мне голос его не нравится. Ничего, найдите ему с другим голосом, чтобы нравился, допустим. Если человек склонен развиваться, тогда он кого-то будет слушать. А если человек не может развиваться, он никого не будет слушать. Запомните, топ-менеджмент означает нравственное, духовное развитие. Если человек этого не делает, то дальше придется со спутниками контролировать стройку. Понимаете? То есть придет время, и вы размили топ-менеджеров, а духовность и нравственность них не развили. А дальше деньги и власть становятся сильнее человека. И просто, понимаете, это все равно, что посадить собаку, дать ей кость, и натренировать ее, что она не должна ее кушать, даже если она голодная. Что дальше будет? Вы уйдете, она бросится на кость. И вы ничего не сделаете, потому что так устроена природа. Если есть объект какой-то, то у человека будет возникать желание. И это желание может побеждаться только силой духа. Больше ничем оно не побеждается. Ни страхом, ничем. Ничего не работает. Вот это то, с чем вы столкнулись. То есть вы... если у вас уже идет параллельный процесс, так супер, тогда надо тот заканчивать, значит. Если уже идет параллельный процесс, то надо тот заканчивать, однозначно.